Все, внимание на лед. Елена Ильиных, Руслан Джиганшин, Россия. Да, счастливо вам, ребята. И тренеры, и ребята, счастливо. Как жаль. Очень жаль. Только хотела сказать, Лена, держи спину. Просто как-то мне показалось, что она к этому моменту подустала, так спину сняла и сразу упала. Ни с чего. Дело сложное. Я считаю, что это просто... Это процесс, надо тренироваться, тренироваться, много тренироваться, всегда верить в себя. Вот я разговаривала с Леной из Кусторовой, спросила ее, что бы ты хотела
вот о них сказать или про них сказать. Ведь такой тяжелый, в общем, был год. Они уехали от нее, потом приехали. Да, она их очень полюбила. Я это знаю. Я очень дорожу ее работой. И приветствую работу всех тренеров в стране. Она говорит, я бы им хотела сказать, что это не конец, что это только начало, что не нужно сомневаться, что нужно много работать, что всегда можно им помочь, потому что талантом всегда можно помочь. Но не работающего ежедневно, повседневно человеку очень тяжело помочь. Потому что это глупо, когда решается твоя судьба и твое участие в соревнованиях или то, чему ты посвятил жизнь, взять и в начале сезона поправиться на там, 10 килограмм. Это вообще, так сказать, ну, как, куда, что, какие ноги, что они не будут болеть, они будут болеть все. Ну, вот видите, вот. Ничего, она просто упала, да, об его конек зацепилась. Зацепили друг за друга. Это просто потеря концентрации. Дальше они делают, я не знаю, что им ставят. Им ставят там галочки, наверное. Передержная поддержка еще одна. Первая. Первая поддержка, было видно, что она передержана. Вот эта поддержка, которую они всегда не с первым партнером делают. Да, уже мы привыкли к этой поддержке. Тут расстраиваемся. Да, конечно, она очень способный человек, и талантливый человек, и все. Всем и... привет, мамочка, бабушка, всем. Ну, конечно, спортсмены великие, молодцы. Вам, пап, большой привет. Сложная, Светлана, Лёва сложная. Потому что когда в одних руках, никто никуда не уезжает, ты отвечаешь за это. А когда... Опа! Вот такие баллы. Да. Снова меньше сотни у Елены с Русланом. Ну, это понятно, что меньше понятно. Сотни. Да вот не очень понятно. Ну, падение, к сожалению. Вторые они пока, а впереди еще целых два выступления.